6 октября в очередной раз откроет свои двери для новых талантов телеканал «Универ ТВ». Для того, чтобы найти нового яркого ведущего, ребята должны будут пройти несколько этапов, которые покажут, насколько они готовы стать лицом канала. Вот уже на протяжении 7 лет «Универ ТВ» открывает свои двери в поисках новых талантливых ведущих, устраивая им кастинг. Испытание включает в себя несколько этапов, которые раскроют ребят с разных сторон. Что именно ждет новоиспеченных, расскажет нам руководитель службы новостей «Универ Ньюс» телеканала «Универ ТВ» Радик Загидулин. Ежегодный кастинг решили в этом году сделать в необычном формате. В прошлом году мы пробовали в прямом эфире. Скорее всего, в этом году тоже повторим прямой эфир. Ну, а еще добавим пару неожиданностей для самих ведущих, для самих будущих ведущих. Также Радик Загидулин отметил, что в этом году будут приглашены эксперты, но какие, руководитель так и не отметил, сохранив интригу. Телеканал «Универ ТВ» приглашает абсолютно всех, вне зависимости от возраста и места учебы, попробовать свои силы в роли нового ведущего. Приглашаем всех ребят, те, кто хочет попытаться, те, кто хочет попробовать себя в роли ведущего. А может быть, у кого-то есть свои идеи для каких-то новых проектов, мы обязательно тоже, конечно, выслушаем. Узнать время проведения кастинга и остальные подробности можно в официальной группе ВКонтакте. Полина Корнеченко, Фарид Захит Оглы, Универ Ньюс.